Привет, я хочу показать экран блокировки и как он выглядит на телефоне HTC Desire C. На этом телефоне установлена операционная система Android 4.0 и фирменная оболочка HTC Sense 4.0. Итак, когда мы нажимаем на кнопку разблокировки экрана, экран загорается, и мы видим, собственно, сам экран блокировки. Вверху можно увидеть краткую информацию о состоянии устройства, уровень заряда аккумулятора, время, тут дата отображается. Для разблокировки нужно всего лишь потянуть за кольцо, расположенное внизу вверх, и экран разблокируется. Также есть одна очень удобная штучка. При разблокировке можно запускать 4 наиболее часто используемых приложения. Для этого после нажатия кнопки разблокировки нужно зажать одну из иконок, которые здесь находятся, и перетянуть на кольцо блокировки. Таким образом у нас сразу же запускается камера, и мы можем сделать быструю фотографию. Иконки на экране блокировка дублируются с основной панели на рабочем столе. Их здесь можно изменить. Для этого нужно поддержать одну иконку, переместить ее куда-нибудь в другое место и, например, замест камеры поставить лучок Play Market. Теперь при разблокировке можно быстро запустить и войти в Play Market. Точно так же зажимаем и перетаскиваем кольцо. Загружается Play Market. На этом все. Спасибо за внимание.